Всем привет! Сегодня у нас 15 сентября 2015 года, 10:30. Иду домой, зашел в Ашан, купил себе Тан Лакомо, молочный напиток. Был в центре сегодня, в Макдаке поел наггетсов и бургера. Теперь такой небольшой сушничок. А кисломолочный напиток там прекрасно утоляет жажду. Так, как день сегодняшний прошел? Что было интересного? Весь день монтировал видосы. Вечером часиков 7, наверное, с Никитосом пересеклись в центре и вышли в поле. Поле сегодня удачнее, чем было вчера. Где-то 8 подходов было, 2 телефонных номера. Стандартные русские имена: Маша и Катя, точнее Мария и Кэтрин, как они себя назвали. Ну и так я их и записал в телефонной книге. И это главные события дня сегодняшнего, а больше ничего интересного и насыщенного не было сегодня. Какое у меня серьезное лицо было в начале, да? Мне аж самому непривычно с таким серьезным личиком. Ладненько, ребята, на этом все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.